Ивановцы против. Наверное, так можно охарактеризовать социальную обстановку уходящего года. Любые изменения, будь то оптимизация системы здравоохранения или смена графика соцвыплат, горожанами воспринималось с большим недовольством и протестом. Минувший год был очень тяжелым. А каким будет год следующий? Департамент здравоохранения региона в 2016-м не раз пикетировали. Часто жаловались на перебои с поставками лекарств, страдающие орфанными заболеваниями. Больше чем на месяц без жизненно важного препарата Солирис оказались две женщины с редким заболеванием – пароксизмальной ночной гемоглобинурией. Выкупить дорогой препарат, стоимость годового курса на одного человека – 24 миллиона – все же удалось. Жаловались на чиновников от медицины, матери детей, страдающих диабетом. Нашей съемочной группе рассказывали, что им выдают самые дешевые лекарства, больных не отправляют в санатории на лечение. Но и этот кризис миновал. Все проблемы в регионе возникают из-за дефицита финансов. На здравоохранение в субъекте 5 миллиардов рублей. Это 1/5 всей казны. Показатель, сопоставимый с другими регионами ЦФО. Но из этих денег основная масса, около 80%, уходит в фонд обязательного медицинского страхования, как платеж за неработающее население. По официальным данным, 200 тысяч человек в регионе не трудоустроены. Бюджетная система здравоохранения остается чуть больше миллиарда. А это на все. Психиатрия, наркология, лечение туберкулезных больных, все, что не входит в систему ОМС, в том числе дом ребенка, специализированный в Центре медицины катастроф, закупка оборудования крупного, потому что в ОМС там у нас очень ограниченные возможности, капитальные ремонты больниц. Из-за этого, вот, конечно, работать очень сложно. Если все, кто у нас не работает, официально трудоустроится, это подсчитали экономисты, бюджет региона сэкономит порядка миллиарда рублей, которые мы можем пустить на закупку лекарств, на приобретение оборудования и так далее. И на этот миллиард столько же планов. В обновлении нуждается автопарк станций скорой помощи в муниципалитетах. В больнице необходимо закупать новое оборудование и делать ремонты. Первостепенно чиновники от медицины на год грядущий ставят задачу укомплектовать кадрами медицинские учреждения в районах. Молодые врачи не хотят уезжать далеко от Иваново и жалуются на условия. Сейчас в Гавриловом Посаде мы законсервировали корпус хирургического отделения только потому, что там просто уехали хирурги. То есть уехали в другие области, где больше платят. Сахалин сейчас приглашает наших хирургов с подъемными порядка 200 тысяч, зарплатой в 3 раза больше, чем у нас. Но многие, кто туда съездил, уже вернулись, потому что обещать не значит дать, к сожалению. Я надеюсь, что гаврилово-посадские хирурги тоже вернутся. Если нет, значит, будем искать кого-то туда, молодежь. Большую волну негодования в обществе вызвала информация о закрытии 2 родильных домов – Фурманове и Родниках. Ходили слухи, что врачей уволят, учреждения законсервируют, и роженицам придется добираться до областного центра 30 и 50 километров соответственно. Но переживания оказались беспочвенными. Никто его не планировал закрывать, планировалась просто приостановка из-за того, что без неонатолога делать этого нельзя. Решили, нашли доктора, сейчас заканчивается подготовка, и роддом будет продолжать функционировать. Кохма, да, мы сокращали круглосуточный стационар, предварительно обсудив это с общественностью, вынеся этот вопрос на Кохомскую городскую думу, и большинство депутатов его поддержало. Почему? Потому что качество оказания в том здании, в тех условиях, которые есть в Кохме, невозможно обеспечить должным образом. Несмотря на все проблемы, год Светлана Романчук провальным не считает и с удовлетворением отмечает, что уровень смертности снижается. Основные показатели по здравоохранению субъекта неплохие. 7 докторов вошли в топ лучших медиков страны. Есть чем гордиться. Принятый бюджет на 2017 год остается социально ориентированным. Основные параметры сохранены на прежнем уровне. Как говорится, денег нет, но вы держитесь. Минимум еще следующий год. Льготополучатели региона Новый год встречают с недовольством меры правительства о переносе сроков социальных выплат. Теперь ивановцы будут получать их ежеквартально, сразу за 3 месяца. Новшества касаются пособий на ребенка, выплат льготным категориям, ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и реабилитированным, работникам соцсферы в сельской местности. Также ежеквартально будет выплачиваться компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда региона и педагогам в селе. Суть всех изменений – это только изменение периодичности выплат. По объему выплат изменений не имеется,
То есть та сумма, которая сегодня предоставляется ежемесячно, она будет саккумулирована на конец квартала. Это будет январь следующего года. Предполагается, что выплата будет формироваться в месяц последний, месяц квартала, а выплачиваться в месяц следующий за последним месяцем квартала. Преимущество этой меры видят далеко не все льготополучатели. Нашу съемочную группу одна из ивановских пенсионерок остановила на улице и попросила возможности обратиться лично к губернатору. Да чего вы додумались у пенсионеров забрать ветеранские? Сегодня получила пенсию ЖКХ. Давайте мы тоже будем платить раз в квартал. Как и транспортные налоги. Чего обобрали-то? Работать надо. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.